Ну что, ребята, привет, мы продолжаем с вами проходить Black Book. Интересная игрушка, очень интересно, у нас с вами три печати открыты. Думаю, в этой серии, скорее всего, я надеюсь, я как раз уже говорю, да, я в прошлый раз говорил, что в этой серии откроем печать. Надеюсь, вот в этой серии мы откроем с вами четвертую уже печать. И мы уже с вами потихонечку близимся к финалу. Тут еще есть DLC новое, вот, бесконечная битва, не знаю, посмотрим, может придем, может нет. Вот, напоминаю, игра, чтобы просто почилить. Можно посмотреть семью, потому что мата нет. Если он есть, то он запикан. Ну вот, поэтому так вот. Не видел прошлой серии, ссылочка всех хоть на плейлист, собственно, да, с помощью данной игры и подсказочках на восклицательный знак, на ли ай там, и не знаю, конечно, сверху справа там такой крошечек будет беленький. Ну вот, с буквой И или восклицательным знаком, короче. Вот, нажимаешь, и, собственно, подсказочки, да, там прошлой серии и плейлист, по-моему, данной игры прикреплены. Если ты с телефона смотришь, то чуть ниже спускаешься и. Чуть ниже описания спускаешься, и там будут те же самые подсказки, вот. Собственно, мы с вами продолжаем проходить данную игру, поэтому, Саша, придумаем, надевайте бледик, обязательно при этом посидите, кушать, принять чипитик, пить или пить воды, при этом просмотром, и, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! И чё, всё? Так, здесь мы с вами, собственно, остановились в прошлой серии. Василиса, вставай! Светает уже! Надо торопиться, пока волчий след не остыл. Я тебе вчера про знакомого сказывал, охотника одного. Он мастер своего дела-то. Поможет тебе любого зверя выследить. То не совсем звери. А охотники тоже народ непростой. Знатки по-своему. Кто с лесовым водится, кто приговорами владеет. Этого Айратом зовут. С умом мужик. У Чердыни живет. Думаешь, он мне поможет? Поможет. Встретишь его, скажи, что от меня. Уговор у нас был. Я ему помог, а он мне будет должен. Я думаю, поможет и как бы, да, обманет нас. Ну, посмотрим. Как мне поезжан-то найти? С Айратом по следу пойдете. Надо мне и с Александром потолковать. Пустое. Он, может, дёру дал. Я бы на его месте тебя-то постерёгся. И верно, дед. Опа, давай спросим. Только мы печатью следующей занялись, как явились волки. Сам чёрт будто всё подстроил. Не знаю. Если кто помогает, разве что силы Всевышние. Сатана только гадить умеет, а благая сила-то не стала бы портить свадьбу. Пути-то неисповедимы. Кто знает, кто знает. Думаешь, я поезжанами печать-то открою? Это только ты сама выяснить сможешь. Ну, погнали, что, погнали. Твоего найти? Айрат неподалеку от Чердыни живет. Про него в городе узнаешь, в охотничьей лавке. Сейчас лето, так он не должен по лесам-то шататься. Чтобы волков поладить, ищи траву кукушечьи слезы. Она в лесу должна быть. А может, и у торговца какого завалилась. Посмотришь на рынке тамошние. Да, она стоит, знаешь, сколько сейчас, скорее всего. А печать не забывай. Хорошо, дедушка. Так, ну, надеюсь, в этой серии мы с вами откроем печать. Так, что у нас там... Ой. Так не хочется их отправлять, ребят, но в бою они, наоборот, гадят. Вот кроме... О, нифига. Вот он, видите, ну, минус один урон, к словам. С уроном. Это нам не надо с тобой, это нам с тобой не надо такого. Минус 4 хп просто, добрый вечер. Ну, то есть, да, понимаешь, да? Поэтому я их отправляю. Это тоже эти. Это, кстати, интересно. Так, ладно, посетитель один, давай. Здравствуйте, хозяева любезные. С гостинцем. Вот, петушок вам ладный, в хозяйство-то. Здравствуй. Проходи за стол. Помощь нужна? Ой, так беда у нас в деревне Клепникова.
Чё стряслось-то? Ой, Лесового прогневали, не иначе. Пастух наш вчера за скотиной следил, а на него стая волков выскочила. Жуть он натерпелся. Хотели его вместе с животными уморить. Так он гармонь свою кинул, он гармонистом стать хочет, так волк-то и схватился за ней. Ну, мужик дёру дал. Чуть не сожрали, на селу сбежал. Думаю, могу я с этой стаей разделаться. Ага. Так вот, что еще странно. Один волк, а у пастуха-то зрение еще не подводило, говорит, в пинжаке был. Пресвятая Богородица, Господи Иисусе. Хорошо, помогу. Ох, спасибо, матушка. Прошлой серии у нас с тобой что, собственно, было, да? Собственно, да, это мы с боссом сражались. Так, кого? Что тут? Давай Прошку свою возьмем. Ну погнали, чё. Let's go в путь. Перед домом вчерашней невесты собралось полдеревни. Крестьяне ожесточенно стучат в ворота. Кажется, вы пришли вовремя. С каждой минутой ситуация все накаляется. А ну-ка, выходи, Агафья. Выводи девку свою, векшу проклятую. Как я ее хомутом огрею, тут же вернет нам роднюта. Слышал, верное средство. Вы чего тут собрались-то? Время позднее. По домам идите-ка. А ты что еще за девка? Это векщица из Вильгарта. От нее тоже добра не жди. Чего? Ну, сначала ее поколотим, а там, глядишь, и спадет с глаз-то с поезжан. Кого? Стойте! Нет тут виноватых. Не на тех вы гневаетесь. Не верь колдунье. Так мне батька говорил-то. Кажется, крестьяне настроены враждебно. Как бы мне их переубедить? Настроены враждебно. Вы же православный народ! Грех-то какой на душу берете? Поколотить колдунью, а то и девку порченую, не грех. Вы сами не знаете, что творите! Девка не наводила эту порчу! А, ты навела! Стало быть, помогала ей? Что ты несешь-то? Я не дам навредить невесте! Ну, сама напросилась. Ну, let's go, чё. А чё они могут-то? Это ж обычный крестьянин. 3-3-3. 6-9 урон у них будет. Чё, умоляю. Раз. Блин, ребят, так не хочется, конечно, этого мне делать, но вы сами просите об этом. Собственно. Let's go, чё. Бамс. Бам, все, нету. ББ. Че у меня 4-то? Да. Интересно, конечно, получается у нас, однако. Раз. Два. Три. Давай, чё, мужик. Да. Для чего он, конечно, все делает, непонятно. Ну, ладно. Одно, да? Давай, чё. Ну-ка. Поверженные крестьяне стонут от наведенной порчи. Вы закрываете книгу, решив, что такого урока им хватит надолго. Невеста благодарит вас, но ее мать встревожена. Как теперь ей жить в этом селении? Даже не знаю, слушай. Let's go дальше. Выследить волков, но у нас главное царство. Торопясь в Чердынь, вы выходите на главную дорогу и видите плотный темный вихрь, который несется в вашу сторону. Через мгновение вы понимаете, что это стая чертей, и раскрываете черную книгу. Ну, с Голчем. Перед вами появилась целая стая. Ага. Они отступятся, пока вы не разгоните их всех. На место каждого убитого черта будет являться другое до тех пор, пока стая не исчезнет. Счетчик должен добраться до нуля.
Вы видите, когда стая пустеет, погинут все черти на поле боя. Что? Типа три фазы здесь? Нормально. Добрый вечер. Доброе утро. Как говорится, да? Ну, давай вот так сделаем, наверное, с тобой. Бамс, бамс, бамс. Бамс. Это надо было на того еще, ладно. Бамс, все. А, вот, все, ластовые. Че у них здесь? Подожди, че? Снимать положительный статус. Ага. А, да? А, да? Пам-парам-парам-парам, пам-парам-парам-парам. Что они сейчас сделали вообще? Мальчики, вы чего? Все хорошо? Давай так сделаем, ладно, типа... Окей. А, я понял, за кого это, понял. Ну что, заканчиваем, да, с вами? Опс. Опс. Давай еще семерочку накинем, ладно. Да. Интересный бой, кстати, очень интересный, ребят, бой. Ну давай ему накинем, я не знаю, ну что ж поделать тут вообще с ними. Там что? Да все, пока. Ну это прикольно, кстати. Ну три за каждый урон либо защита, защита, ребят, скорее всего, да. Да, ладно, тут возьмем, чего нет. Бес исчезает в черных всполохах. Остается только гадать, кто наслал на вас эту стаю. Не знаю, слушай, даже не знаю. Погнали сюда, сгоняем. На доп. Задание, как говорится, да? На доп. Задание. Вы идете по притихшей улице, невольно засматриваясь на резные окна богатых домов. Вдруг до вашего слуха доносятся два глухих голоса с деревенского кладбища. Хоть я тебя поминаю, а? Илья. Кого? Да когда ж ты перестанешь, ты чертово отродье? А чё, коли левый с правым заявится, таки, а? Чё тогда? Короче, ты из-за них, понимаешь? Стоит статус, стоит... Короче, ты из-за них. Не могу много чего использовать, поэтому... А, я не могу про это, ладно, понял. Ничего. Забыли про тебя. Я у своих испрошал. А, век бы тебя не видал, отродье окаянное. Так вот, век-от и будет скоро. А я тебя-то и за волосок не бирал. Душа в душу жили. Погоди, чую вонь какую-то. Вы решаете задержаться и дослушать беседу нечисти. Как ты мне спокоя-то не давал? Я тебе перебирай песок да хвою, а ты... Тебе все портить давай. Как бы ты без меня свадебки-то портил, а? Эх, было время. И поезд останавливал, и оборачивал свадебжан. Так, ребят, держите. Исследовательница, нормально. Держите. Да только в пекле мне за это гореть. Тебя-то от пекла сберег, али нет? Знай, в могилке-то полеживай. Да потом об этом. Живыми воняет, я тебе говорю. Гляди, вон, колдовка подслушивает.
Ну, сейчас мы ее и задавим. Кого ты там чё... Так. Понятно, не успел для обложечки. Кого ты там чё захотел? Чё ты там... Чего? Кого? Что? Кого? Что? Не понял. Ну, ладно. Сразу сюда вот так вот. Блин, вот это было бы неплохо, Снэки Дэнч. Давай вот так, ладно, сделаем, пока не будем жестко жестить. Бамс, бамс, бамс. Все, минус один. Сразу, моментально. Вот, трошечку смачно. Сейчас три у него урона идет. Ну что ты, ну что ты, ну что ты? Ну что? Бамс и бамс. Все, пока. Вот, да, вот это возьмем, я хотел взять. Так, а могу их отправить вообще куда-то? Нет, не могу. Ну, понятно, интересно. Ладно, let's go дальше. Дорогу к Лепникова. Лепникова вроде, да, правильно не читаю, наверное. Так. К месту выпаса скота ведет извилистая тропинка через мрачный лес. Ее почему-то называют дорогой. Вы опасливо озираетесь, и вдруг слышите доносящееся из теней глухое рычание. Или это игра воображения? Вы шагаете в чернильные тени и озираетесь по сторонам. Вокруг тишина, только ветви шепчут о чем-то прохладному ветру. Затуманный берег. Берег укутан скользким туманом. Затуманенный. Вы вглядываетесь в молочную пелену, ожидая увидеть снующие волчьи тени, но видите лишь завихрение скользкой дымки. Осмотревшись вокруг, вы замечаете волчьи следы на песке и растерзанную гармошку пастуха. Следы ведут на восток и теряются в лесном тумане. Вы идете по ним некоторое время, но, наконец, теряете и их, и чувство направления. Внезапно вас ранит возникшая из дымки острая ветка. Нормально. Инструмент явно побывал в лапах какого-то дикого зверя. Да. Весь корпус исцарапан когтями, а меха разорваны в клочья. В решетке гармонии вы замечаете застрявший волчий зуб. Вы, получается... А, ну это опыт. Ну не, не интересно вообще. Ну как, интересно, но... Как бы хпшка, урон, знаете, больше роляет. Роляет, да, как минимум, больше приоритета имеет. Рядом с дорогой лежит обрыв, знакомый вам по бывальщинам. Говорят, в этом месте три разбойника убили друг друга из-за денег. Здесь же их и похоронили. По слухам, причина их раздора до сих пор спрятана на дне оврага. На дне оврага пахнет сыростью и могильной гнилью. Здесь вы обнаруживаете три старых голбца. Вы шепчете молитву и переводите дух. Даже разбойники заслуживают покоя. Да. Так, чердань. Так, чердань. Даже после заката в городе кипит жизнь. Открыты прилавки и магазинчики. Вы невольно засматриваетесь на высокие каменные купола и купеческие поместья. Вскоре вы находите и охотничью лавку, про которую рассказывал дед Егор. Вот, ну, не торговец. Книжный магазин, меховые там. О, да, что это такое, да, посмотрим. Опа-на. Так, вот это на 100% с тобой нужен, 100%. Наверное. Давай я куплю вот эти три штуки. Почему бы нет? И вот эту купить надо тоже. Обязательно надо купить это. Регенерация, ну это у меня есть. Ну можем одну, хотя... Хотя... Тоже есть вроде, да? Да. Есть у меня такое все. Ну, это броня. Ладно, да, посмотрим, что у нас еще. Торговец, о. У меня найдешь. Да. Знание и
разумение твое. Та-та-та-та-та. Упончу. Кау. Складный берег. Ага, ага. Давай вот это возьмем, мне это интересно, но остальное что-то может быть вообще как-то... Похоже, эта лавка закрыта. Как-то тоскливо пустые прилавки выглядят. Вот, похоже, эта лавка закрыта. Все, все, понял, Семен. Это, понимаю, получше. Да. Плюс 2 хп. Ну, в целом, блин, можем, знаешь, что продать? Знаешь, что можем все продать? У нас с тобой еще, получается, есть 6 урона. 7 брони в начале хода, плюс 15 хпшки и плюс 12 еще хпшки у нас с тобой есть. Еще восстанавливает 2 хпшки, когда противник теряет здоровье. Так, ну... Это можно оставить, в принципе. Блин, ну вот это можно могу продать тебе, мужик. И вот это продам тебе. Что-нибудь интересно, что-нибудь есть у тебя? На урон или на хпшку? Ну, блин, пока здесь ничего такого. Нам перед боссом, видишь, дают закупиться, я уверен в этом. Ну, блин, как-то такие, знаешь. Эй, я только что продал. Что? А с хера ли ты втридорога-то продаешь? Нормально, вот это бизнес. Так, здесь что-то есть, видимо, тоже книжная магазин. А, добрый вечер. Нет, я бы купил вот это, наверное, у тебя бы. Вот это еще бы, знаешь. Поглощение урона 100%. Ну, оберег. Не так, 3 штуки там. Вот этого можем с тобой еще закупить, знаешь. И это что? 3 против, ага. Пятерочка. В принципе, все не так сильно. О, горожанки. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы не изволили быть на вчерашнем при... Ах, верно. Дворовые потеряли ключ. Я же не могла явиться, словно немытая крестьянка. Что уставилась, девица? Ты почему-то поручению? Я случайно услышала о вашей беде. Могу помочь. Даже если ключ-то потеряли, есть одно народное средство. Я могу дать подходящую траву этим черденкам. Какая там от закрытых-то замков помогала? А я знаю. Адамова голова, наверное. Нет, это не то. Взрыв трава, наверное. Ну, это от недугов, а отдаление от нечисти. Быть может, одолень трава? Нет, она для другого. Вот. Приложишь разрыв траву, замок-то сам откроется. Хорош подсказка, хорош подсказка. Шутить решила. Постой, дворовым как-то раз помогал один знающий. Тоже траву использовал. Удивительно, но она сработала. В наш век все возможно. Не слышала, как у господина С прошел спиритический сеанс? Да, действительно. Спасибо за помощь. Я слышала о силе народного врачевания, но не думала, что и с замками она пригодится. Держи, купи себе пряник. О, спасибо. Вы расспрашиваете горожанок о вашем знакомом. Знаю, о ком ты толкуешь. Семья со значительными средствами. Я... Давай сделаем. Ну, чисто так, чтобы было. Вы расспрашиваете... Знаю, о ком ты толкуешь. Семья со значительными средствами. Я слышала, он один в семье остался. Кажется, семейная усадьба где-то в пригороде. Понял, спасибо, спасибо. Сейф карты. Ну, собственно... А, мы тут... А, пообщаться нам нужно с тобой. А если все, я не хочу больше? Что делать-то? Я не хочу больше. Огромный город. И церквей-то тут не счесть. Я бы тут хотела поглядеть на церкви. Да времени на то нет. Черденский вестник!
Адрес, календарь покупай, прелестник. Статский советник издает, в долг газету не дает. У него для вас беру по дешевке, продаю. Что за черденский вестник? А тут последние новости со всего уезда. Недорого, бери. Завтра, глядишь, меня тут не будет. Бери сейчас, богатства не убудет. Как-то так, ребят. Этот крестьянин спит беспробудным сном пьянчуги. Кажется, неподалеку находится питейный дом. У него вроде как пара мелких чертей на плече. Мучают его. Такое, если честно. Господин Фэрбэнкс, мне нужно узнать про покупателя одного. Меня не заботит, что тебе необходимо. У вас припасы должен покупать охотник. Айратом зовут. Здесь деревенская девка не место. Шу-шу. Чего? Вы протягиваете горстку монет. Кажется, теперь торговец готов помочь. Жаль, что менее заносчивым при этом он не стал. Хорошо, хорошо, я расскажу про твоего охотника. Только оставь меня в покое. Арат живет на окраине Чердани, на востоке. Я давно не видел его в лавке. Не знаю, зачем он тебе. Да мне и все равно. Думаю, забросил он охоту. Ну, не стой перед лавкой. Узнала? Так, иди давай. Спасибо за информацию. Так, хижина охотника. Идем, идем, хижина охотника. Приветливый свет охотничьей избы теряется среди угрюмых силуэтов сосен на опушке. Деревья выглядят как неприветливые стражи, охраняющие мрачные тайны лесной чащи. Возле дома вы замечаете и хозяина. Бог в помощь! Салам. Кто такая? Я внучка Егора Чурова, знаткова из Вильгарда. Василиса? Ха, вот встреча. Я тебя помню вот такой еще. Ну, с чем пожаловала? Дед говорил, вы давно знакомы. Ты и меня знаешь? Ае, видел тебя, когда за помощью приходил к Егору. Ты малая была совсем. Его дедом не звали в то время. Помог тебе? Помог. Но не все хорошо было. Долгая история. Я за помощью пришла. Нужно в лес отправляться за волками. Волками, говоришь? Вы рассказываете о свадебных событиях. Знаю, бывает такое. Помогу тебе. Я с Шурале давно знаком. Проведу по лесу. Думаешь, лесной бес виноват? Но как мы найдем-то волков? Найдем, Аллаберга, найдем. Волки в стаю собираются. Будут искать вожака. Следы к полюду ведут. Туда и направимся. Полюд. Полюдовым камнем называется гора на востоке Чердыни или Чердани. А я думал, откуда столько волков взялось? Твоя работа, оказывается. Это парень виноват. Александр. Ае, а ты не сберегла. Теперь твои волки рыщут повсюду. Моего сокола изранили. Могут из-за людей взяться. Торопиться будем. Ты его не упускай, чё. Ладно. С соколом охотишься? Чё-то я такого не слыхала. Ае, редкое умение. Да теперь-то что? Порча ему передалась. А укус слабый. Дай-ка я посмотрю птицу твою. Кажется, укус уже почти затянулся, но сокол выглядит плохо. Вы чувствуете следы порчи на ране. Соколу траву надо. Но какая от порчи поможет? Может быть, головой Адамовой? Но рана-то затянулась. Петров крест тебе нужен. Думаю, сможем найти неподалеку. Вы осматриваете ближайшие поляны и вскоре находите нужную траву. Несколько заговоров, и сокол исцелен. Слава Аллаху! Не зря у Егора обучалась. Возьми. Знаю, перо в колдовстве пригодится. Ястребиное перо. Краснопптица перьями, а человек учением. Шанс 50% защититься от вражеских... О, это нам надо.
Это нам надо. Торопиться. Вдруг они разбегутся так, что не найдешь. Похоже, некоторые и сами идут на охотника. Осторожно. Из леса появляются фигуры нескольких волков. Не теряя времени, звери нападают. Подожди. А где это? Подожди, а где? Вот это, наверное. Нет, не то. О! Так, давай-ка мы с тобой... А как? Большая сумма увеличит количество надеваемых... О, это нам надо. Это нам с тобой надо. Так. Где теперь? А во. Блин, усиливать статус можно вот это, а можно... Блин, ну... Давай это пока делим, ладно. А, волки, да? Волки. Доброе утро. Ну, здесь нормально так бьют. Давай тебе вот это дам. И, наверное, вот так сделаем, да? Да. Бамс. Причем я хп-шек кто бывает? А, это, наверное, за чертей, которые не отправил на работу. Ну, ладно. Ну, мне тоже неохота, знаешь, вот эти грехи копить и уже 76. Как бы такой. Нормально. Так. Ух, чего? Кау. Ладно. Хорошо, ребятки. Хорошо. Давай вот это с тобой. Вот это и вот это. И, наверное, одну дадим вот этому. Ой, не хватит нам. Ну, будет не так сильно больно, ладно. 3 хп. Ай-яй-яй-яй. Сколько? А чего у вас урон-то увеличивается? Не понял. Ладно. Так, десяточка дам там у него. Давай вот не, на него сейчас. Ну, давай вот на того дальнего. И еще, наверное, вот так сделаем. И, наверное... Блин, так неохота тратить, давай не будем. Так, минус один. Так, по идее должно хватить. Да, хватит. Пятнадцать, нормально. Все хорошо у вас. Так, давай вот это используем с тобой. О, нет. На него, наверное. Просто карточку потратил, нормально. Семнадцать, да чего? Так, ребятки, вы мне надоели чуть, знаете ли? А знаете ли, да? Уже знаете, да? Погнали, раз. И раз. Не. Пу-пу-пу-пум. Ладно, давай одну используем, ладно. А, у меня еще... О май гад, был. Да, надо будет их отправить на работу. Их чертей надо будет отправить на работу, что это вообще жесть. Нам, блин, надо в того палить. Так, хорошо, let's go прямо сейчас максимально. Вот давай сюда. Туда, собственно. А, ну и все, собственно, да? Ну, понятно. Все понятно. Ай, бамс. Опа. Блин, дай карточки нормальные. О.
Ну давай уже так вот тебе. Вот так вот, наверное. И на всякий случай, чтобы, знаешь, там должно быть хватит. Ну вот все. Так. Тут возьмем, что монет. Израненные звери отступают, оскалив клыки. Несколько старых заговоров, и один из нападавших превращается в человека. Оставшиеся звери, которые оказались обычными волками, скрываются в лесу. Вы чувствуете силу, наполняющую черную книгу. Печать все еще закрыта, но вы на верном пути. Алла, все правда. Обернулся. Что происходит? Перепил на свадьбе, что ли? Хорошо, если б так-то. Порча на тебе была. Сейчас ты в безопасности. Домой иди, Дак. Хорошо. Спасибо, Василиса. Одного спасли. Много еще осталось? Да. Нужно по пути травой запастись, чтобы расколдовать их. В лесу много где найти можно. Ну, отдохнем и в дорогу. Пойдем, я самовар поставил. Ой. Все, чтобы они никак не мешали в боях, да? Так, что у нас с тобой тут? У нас тут ничего нету, ну ладно. Лучше затемно отправляться. Днем оборотней можем не отыскать. Тебе дед Егор помог когда-то? Было одно дело с Шурале. Да не успел я должное отдать этому бесу. Может, и хорошо, что ты объявилась. Со знатким можно и лешего выследить. Мне нужна трава колдовская. Знаешь, где такие могут расти? К востоку от Колвы все леса старинные, все с хозяином. Значит, и трава твоя найдется. Как искать Свадебжан будем? По следам пойдем. Аллаберга, всех выследим. Похоже, они к Полюдову камню отправились. Там и разыщем. А, ну здесь новые, да, эти появились, собственно. Хорошо. Какая изба уютная. Тихо, Прошка. Напугаешь охотника-то? А, ничего он не услышит. Я, если не хочу, так обычный человек и не поймет ничего. Думает, я тут мурлыкаю. Ха. Ну да ладно. Скоро выловим твоих друзей. И на цепь посадим. Это не смешно. А что, если они волчьей еды отведали? Ну, тогда точно цепь пригодится. Прошка! Ух, ну погнали что, в путь сразу. Погнали, погнали, погнали. Вам хватает всего нескольких шагов по старинному мху, чтобы извечное бормотание еловых веток накрыло вас с головой. Вскоре перед вами вырастают гниющие венцы заброшенной деревни. Вы задумываетесь, не все ли на свете обречено на подобную участь? В центре деревни образовался круг из луговых цветков. Белесые лепестки слез кукушки трепещут в страхе от старых тайн, что им рассказывают угрюмые еловые ветки под шум холодного ветра. Вы шепчете заветные слова и срываете травы, что здесь выросли. Но хватит ли этого на всех порченных? Айрат замечает волчий след среди прогнивших досок и непролазной крапивы. По его словам, совсем недавно здесь пробежало много крупных зверей. Тропа ведет на восток. Есть и лоскутки одежды, то проклятые волки. Держите, ребята. Окаменелыми покойниками стоят печи в углах заброшенных горниц. Вы заглядываете в одну избу, затем в другую. Видимо, селение покинули и жители, и даже духи. На дороге вы находите деревянную свистульку. Петькина. Похоже, вы на верном пути.
Айрат ведет вас по волчьему следу. Иногда он выпускает сокола, и кажется, что он помогает ему оставаться на нужном пути. Недовольное бормотание мха вторит каждому вашему шагу. Тени мелькают среди нахмурившихся сосен. Или вам лишь чудятся неведомые духи среди шумящих ветвей? Охотник напряженно озирается и предлагает продолжить путь. Он намекает на лешего иносказаниями и сплевывает. После упоминания этого беса проводник начинает настороженно вглядываться во тьму. Хм. Так, погнали сюда. В дрожащем свете затухающего костра вы видите рыбака, отбивающегося от нападения волчьей стаи. Он пытается отплыть на лодке, с трудом отражая веслом атаки зверей. Ну, поможем, ну, поможем. Ух, сколько у вас хпшки, чего? Кого? Так, ну ладно, let's go, давай сразу тогда вот ему, потому что очень много, да? Так, вот сюда дадим, давай вот сюда дадим. И вот так это вот так, чисто, чтобы, ну, чтобы просто было, понимаешь? Так, не хочется, конечно, тратить это. Ладно, let's go. Так, раз. Два, три, опа, 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 что такое? Ой, блин, я не туда, конечно, ладно, не туда карточку спину, надо было на себя использовать карточку, ладно. О, нифига. Ну, ладно. Бамс. Опа. Для чего это, ребят, сделать? Для того, что нужно открыть печать. Нам нужно открыть печать. Как мы поняли с вами, сажать с волками. Мы спасаем, да, там, ну, горожан. И открываем потихонечку печать. Накапливаем какую-то силу в книге. Книга накапливается какой-то силой, и она, возможно, откроет печать так, таким образом. Не знаю. Возможно, и нет. Так, что у нас здесь с тобой? Такие, знаешь, лайтовые, то есть не прям чтоб жесткие, лайтовенькие. Кого? А, тут понятно. Ладно. Тогда сейчас вот так сделаем с тобой. Вот ему дадим. Не, ладно, подождем. Будет больновато. Ой, еще как больно будет. Бля, благо хпшка позволяет. Так, сразу же. Так, покедова сразу. На кого? Угу. Ну, такое, конечно.
Надо в деф уходить жесткий. Все равно не хватит. Такое. 5-9. Это жесть, конечно, ребят. Это прям жесть. Ну и смысл этого было вообще. Хотя здесь, в принципе, вот так можем сделать с тобой. Вот так вот. Сейчас будет очень больно, ребят. Очень больно. Одно хп оставили. Добрый вечер, блядь. Так. Ну ладно, ладно, пока терпимо, пока терпимо, ребят. Пока терпимо, пока терпимо, пока терпимо. Пока терпимо, пока терпимо. Давай вот, ну, не во, ладно, сделаем. Раз и раз. А ну-ка. И раз. Ну, ключик, ну ладно. Ну, давай тогда сделаем вот так с тобой, ладно. Так, минус один. Давай, давай, давай. Ну, броню, броню, броню. 19 всего. Это опасная тема сейчас. Нет. Блин, очень опасно. Два осталось. Почему он заспавнился еще раз? Не понял прикола, ну ладно. Даже не знаю, ребят, что еще сделать. Ну, мне еще ВБ будет, скорее всего, да? Скорее всего, да. Хотя... Нет. Не-не, нормально. А, нет. Бля, 15, сейчас просто десяточка ставит. Смотри, 10 хп сейчас станет. Это больно. Честно вам скажу, это больно. Так, ну хпшка у нас больше ничего не восстанавливает. Да, нормально, чё. Да нет, смысла нету. Восемнадцать, ну хотя бы так. Ну не, ну ББ, короче, ребята, она сейчас будет, скорее всего, переигрывать, да.
Скорее всего, да. Да. Скорее... Подожди. Скорее всего, да. Скорее всего, да. ББшка сейчас будет, скорее всего, мне кажется. Хотя... Не, ББ. 4, вот он сейчас носит 18. И все, и ББ. Так, хорошо. Да, повторим. Хорошо, это я просто чуть-чуть тупанул. Ладно. Три фазы, да, у них? Хорошо. Поехали. Сразу же моментально. Кого больше ХПС, вот так вот просто наносим им. Эти можно вот так вот нафигачить, в принципе. Давай десяточку себе накинем, хотя... Не, хотя стерпим. Ну, хорошо. Так, пора бы вот этого загасить посередине. Пора бы его, конечно, загасить. Ну, по-хорошему, да? А, нормально, 5 хп ставили, да? Ну, все хорошо у тебя. Алло. Все хорошо. Давай вот это сюда применим сейчас. На всякий случай. О, как хорошо. Его даже трогать не нужно. Он сейчас так добьет все. Сейчас мы посередине. Ох, 40. Так, хорошо. Хорошо. Поехали, вот по нему дадим сейчас. По нему. Давай вот так сделаем, вот так вот. Чуть-чуть, да? На всякий случай восстановлюсь чуть-чуть. Угу. Так, тот сейчас не успеет. Все, я сейчас девяточку. Хорошо. Так, пока что все хорошо. Так, сейчас мне... Что? Какой сбежать с поля битвы? Ты че? Кау? Ты шо, мальчик? Оборзил? А я не смогу... Хотя... Ну, блин, чисто в него сейчас все направлять как бы тоже несуразно, да, я считаю. Поэтому сделаем сейчас с собой вот так вот. Бамс. Бамс. Блин, он сейчас бежит. Ну, такой, он чисто зассал, знаешь, такой. Ну, блин, такой, понял, что, ну, не вариант, и убегает. Нормально, просто убежал.
Нормально просто. Нормально. Ну ладно, мне тут два волка осталось. Хорошо. Так, собственно, мне что нужно, да? Мне что нужно? Давай вот я вот этому... Кому? Вот этому накину, да? Этому сейчас накинем... Блин, ну... Ну давай, ладно, сейчас попробуем с тобой. Вот так вот сделаю, да? И... Где она здесь? Поехали. О, уже хорошо. Так, хорошо, хорошо. Пока не должны сдержать. Так, ладно, осталось того, да? Ну... Семь можно сделать так вот. Вот так вот сделаем с тобой. Ну ладно, так не буду пока так сильно, знаешь ли. Рисковать так сильно тоже не буду. Хотя мог сейчас его добить, в принципе-то. Потому что у того урон пониженный, поэтому ладно. Ух, 42 вообще, прикинь. Ничего себе. Так, хорошо, хорошо. Десяточка и пятнашечка, да? Ну так, давай, ладно, того добивать уже, собственно, да? Вот так с тобой делаем. Ну и чё еще? Ну и все. А все. Ну давай так сделаем. Вот так с тобой сделаем. Одно хп у него останется, серьезно? Нет, все. Ну что ты, давай. Угу. Хорошо, мальчик. Куда? Куда ты сбегать собрался? Прикинь, хочет сбежать. Все хорошо. А у меня карта прям такие, все самое интересное. Сейчас он сейчас сбежит. Просто нормально. Все хорошо. Просто взял, сбежал. Ну ладно. Интересно сделано. Ага. Ну вот это возьму, ладно уж. Оставшиеся волки бросаются в рассыпную. Похоже, среди них не было перевертышей. Благодарный рыбак отдает вам все свои деньги и вечерний улов. Затем крестится и кланяется по люду. Мол, он вас и свел. Угу. Так, ну мы, наверное, быстренько пройдем сюда. Унылая лесная речка лениво растеклась по поляне, превратив ее в гниющую язву. Вы замечаете черную тень, что, странно подергиваясь, перескакивает с кочки на кочку. Мороз пробегает по вашей коже. Сражение в болоте может стать вашим последним, поэтому вы обходите заводь и укрываетесь под кромкой леса. Задумчивые ели провожают вас скрипом верхушек. Так, охотничья изба. Мохнатые ветви охватывают грубо тесанный дом, словно готовясь избавиться от раны на замшелом теле угрюмого леса. Летом избушка пустует, но Айрат замечает человеческие следы, ведущие во враг. Вам удается найти несколько цветков кукушкиных слез, и вы срываете их, читая заговоры. Охотники заготавливают припасы на крайний случай. Вот и в этой избушке вы находите туесок с непортящимися продуктами. След ведет к туманному оврагу и теряется у его кромки. Вы останавливаетесь в раздумьях, стоит ли идти дальше. Стоит, стоит, погнали. По дну оврага стелится склизкий туман. Сначала вы слышите шипение,
Затем из темноты появляется человек с посохом, увитым живыми змеями. За собой он тащит на цепи скулящего волка с красными глазами. Помогай, Господь! Бог в помощь! Отпусти волка! Это зверь непростой! Я с тобой, девка, играть-то в игры не собираюсь. Вижу, ты тоже из знатких. Этот оборотень — моя добыча. Так что, если живой уйти хочешь, не мешай мне. Послушай, отдай оборотня-то. Я его расколдую. На что он тебе сдался? Расколдую. Эх, невидаль, как он ко мне впать пришел. Я сразу по глазам-то учуял перевертыша. Я и сам порчу сниму, как в деревню прибудем. Там, глядишь, родственники-то и дадут вознаграждение. А сделай я его человеком, так придется в оба следить. А волком и на цепи добежит. Говоришь, награду ждешь? Может, со мной ты и договоришься? Так почему бы и нет? У меня и трава нужная имеется. А есть ли у тебя рубли? Конечно, обижаешь. 15! Будь ладно. По-твоему. Давай сюда цепь. Я хотел в картишку. Колдун бросает вам цепь и передает волшебную траву, после чего скрывается в тумане. Вы расколдовываете оборотня и чувствуете, как трещит четвертая печать. Значит, вы на верном пути. Да. Я думал, в картишке сыграем. Ну ладно. Василиса! Что произошло? Где мы? Оборотили тебя. Потом тебя чуть колдун-змеевик не увел. Ой, не то. Так, держите. Держите, ребят. Вы рассказываете девушке о произошедшем и помогаете выбраться на тропу, ведущую в Пакчу. После чего продолжаете путь. Ну, let's go. Чем ближе вы приближаетесь к полюду, тем мрачнее становится охотник. Кажется, это отражается на соколе. Птица слабеет, словно к ней постепенно возвращается недуг. Волчья тропа приводит к оголенным костям полюдова камня. Айрат указывает на гору. Оборотни отправились в ее сторону. Он обрывается на полуслове. Среди деревьев показываются два существа. В потемках не разберешь. Волк и... человек? Высокий человек пробирается через расступающиеся ветки. Зверь, послушно семенящий за ним, оказывается лишь волчонком. Вы вглядываетесь в остатки человеческой одежды. Это ваш знакомый Петька. Если он погибнет в волчьей форме, то умрет и в человеческой. Промахнуться нельзя. Человек продолжает идти размашистой походкой, и вы стараетесь за ним успеть. Кажется, на мгновение оборотень узнает вас, но после прикосновения человека его глаза становятся звериными. Погоди-ка, это не Петька ли обращенный? Бог в помощь! Ты кто такой? Мужчина угрюмо смотрит из-под лобья и не произносит ни слова. Вы не чувствуете присутствия окаянного, да и на лешего он не похож. Отпусти волчонка! Это не зверь никакой! Слышишь? Человек не обращает на вас внимания и продолжает путь. Петька, это я, Василиса. Узнаешь? Волчонок смотрит на вас и не узнает. В его взгляде нет ничего человеческого. Может, я чем-то напомню Петьке, что он не волк никакой? А что он любил? Гляди-ка, Петька, что я нашла! Не хочешь колдунов поизгонять? Волчонок робко подбегает к вам. Незнакомец провожает Петьку угрюмым взором и не пытается его остановить. Вы оставляете незнакомца в покое. Кажется, он готов скрыться среди деревьев, но дорогу ему перерезает Айрат. Незнакомец поднимает мохнатые кулаки и готовится к бою. Ну понятно, блядь. Скильки! Мальчик, ну ты понимаешь, ты не на того напал, да. Ты, ну не на того напал-то реально. Ну зачем? Зачем тебе это нужно, скажи? Давай вот это раз.
Раз и... Ладно. Опа, иду. Опа, погнали. Опа, поехали. Нормально. Что там? Что? Ну, пока он призывает, давай вот так прям максимальным урочно нанесем. Максимальный. Ой-ой, чего? Подожди. Не то. Ну, хоть 24 урона нанесем, чувак. Уйдем хил чуть-чуть. О, 12 и 17. Ну давай, ладно. Давай вот так еще сделаем. Поехали, вот. Ему это необходимо сейчас. Вот так, и давай... Ой-ой-ой. Будет очень больно. Боже, серьезно? Реально? Реально? Поглощение урона есть. А давай-ка мы так с тобой сделаем. Чисто поглотим урон сейчас, почему бы нет. Панель он того сейчас жестко прям нафигачим, как говорится, да? Как говорится, да. Раз, два. Еще одну. 25. Ну шо? Ну что ты? Ну что ты? Нормально, все хорошо. Все хорошо. Сколько? 13 x5. Подожди-ка, бля, где у меня это? Где вот эта тема, которая снимает положительный этот эффект у него? Кажется, ага, восстановить. Вот это, наверное. А где нету, все. Типа снимай положительную тему. Yeah.
Просто у него повышен урон 11. Нормально. Все хорошо. Еще X5. А что? А, да, мальчик. А, да. А, да. Да. Это трэш. А, все, поглощение урона у меня нет, да? А, во, есть. Давай, 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 нужно, 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 нужно. Раз, два. Поехали. Я же... Я поглощение урона же нет взял. Что, дурак или да? А, нет, я не использовал. Что ты мне, блядь, используешь? Я использовал поглощение урона, нет? Да. Другой нечто, да, призывает? Хорошо. А, негативный статус. А все, поглощение урона у меня нету больше, все. Давай хоть так, давай хоть так. Вон, регенерация есть. Пока терпим, 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 пока. Пока терпим. Блять, он залечить хочет. 40. Хорошо, мальчик. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя услышал. Я тебя услышал, понимаешь? Я тебя услышал. Погнали. Блин, по-хорошему, конечно, бы на себя бы еще, знаешь. Вот так бы сделать.
Еще бы, давай, наверное, вот так сделаем. На всякий случай. А мне хватит. Блин, зря использовал, ну ладно. Да, 40 хп в основном, нормально. Вот у меня такую, да, тему. Двадцать шесть, да? Тридцаточка, значит, там. Блин, у меня даже ничего такого здесь нету, прикинь. Хотя бы так. Давай попробуем. Но мне сейчас, скорее всего, ББ будет, я чувствую. А, все, ББ. Ему ББ. Так, хорошо, хорошо. Потихонечку, потихонечку. Ну и кому ты это сделал? Призывай другую нечисть. Хорошо. Раз. И раз. Так, резиденция повысим. И давай еще вот так повысим, Серген. Пока держимся, пока держимся. А, вот так, да, значит. А он... Да. Надо сейчас уходить в жесткий этот... Получается, да, сейф. Максимальный сейф нужен нам с тобой сейчас. Только так, если... Хорошо, let's go. Минус 5, что?
Я против себя карточку использовал, нормально. Так, ну, давай вот сделаем на него вот это. Я еще буду жесткий сериген качать, очень жестко. Так, 25 хпшки у него, плюс 7. Ну, сейчас у него будет 20 с лишним, да, 23, это так будет у него урона. А, не. А теперь надо в сейф уходить. Хорошо. Ой, ладно. О, нифига, ты видел? Интересно. Бля, не хватит. ХПшку, я чувствую, что много ХПшки уйдет. Да. Просто нормально, пол ХП просто убрал, нормально. Хорош. Так, хорошо. И 35. Ты что несешь? Так, делать все, знаете, как по-простому делать. Раз. 12 ему будет, получается, да? Я сказал, если будешь реген, очень жестко фигачить просто. Плюс 11. Добрый вечер. Плюс 7, нормально. Еще тебе вот так сделаю сейчас. Или реген. Нет. Плюс 10 хп еще, нормально. О, 3 на 5, 15, сейчас будет 15. 24, да, они будут фигачить. Ну, сразу 2 сериген. Раз. Плюс 13 хп. Нормально? Все хорошо? Ой, 45 брони с моей, просто добрый вечер. Наверное, так сильно тут жестко не нужна, наверное.
Потихонечку устанавливаем все хпшку. Фул просто. Хорош. Ну что, прилетишь бить-то? Хорошо, давай я тебя также вот так вот. Раз. Два на второго. Рискнуть, не рискнуть. Просто фул хп, добрый вечер. А, нормально, 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 нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, ну что, надо того добивать, да, собственно? Давай, чё. Потихонечку, ген себе еще так копим. Все, ВБ. Ну что? Пока еще рано, ребят, пока еще рано. Давай прям по нему еще будем фигачить. Ой, как хорошо, прям как хорошо пошло, э. О, как хорошо. А, ты 20 мы тоже будешь добавлять, ну ладно. Ну я себе еще 3 добавлю, хорошо. Прям сейчас по нему пройдемся, прям очень хорошо пройдемся по нему. Ой, как хорошо, хорошо, да? Хорошо пошло. И? А, 20 хп себе восстановил? Ну ладно. Ничего страшного, слушай, ничего страшного. Ну, такое бывает, понимаешь? Как говорится, да. А чем будет? А, он себе хпшку останавливать будет. Куда там? На. Блин, давай, давай, давай. Одну хп! 41 хп будет у него. Ё-моё. Ну и что? Бля, вот это обидно, конечно, вот это обидно. А, еще 40 хп хочется восстановить. А мне ничего такого нет, нормально. Давай сделаем вот так, чё. По-хорошему. Пока пассивки все качаем еще жестко, такие навыки, все в бою.
Ой, больновато, слушай. Блин, 80 хп. Дайте мне карты нормальные, ну. Боже. О боже. О боже. Хорошо, хорошо пошло. Ой, хорошо как. Ты если будешь восстанавливать хп постоянно или что, я не пойму. ББ просто, все, до свидания. Да. Когда кажется, что битва за вами, незнакомец с нечеловеческой скоростью убегает в сторону полюда, оставляя волчонка позади. А, ушел проклятый. Что ты творишь? Почему на мужика напал? Я проверить должен был, не леший ли это. Им он и оказался. Не очень похоже. Но даже если это он, нападать на него в лесу-то, ты не помешался ли? У меня свое дело к нему есть. Да, сражался я, вообще-то, ничего, нормально все. Нужно дух перевести. Башкир хмурится и начинает собирать костер. Вам остается лишь заняться Петькой. Вы приближаетесь к мальчику-перевертышу. Кажется, он взглядом молит вас о помощи. Вы проводите обряд, и волчонок превращается в Петьку. Мальчик теряет сознание. Вы укладываете его в вашем импровизированном лагере и переводите дух. Да. Да, мы с тобой на этом закончим. Спасибо за просмотр. Такая серия была очень длинная довольно-таки. Да. Просто взял, напал, сражались мы. Нормально все. Ну, крыса. Ладно. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Принц, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.